размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Эти люди ответственны и терпеливы. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяется не только на ближайшее окружение, но и на весь мир. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Главные качества личности – динамичность, справедливость, любовь и участие к миру вокруг. Этих людей отличает богатое воображение и широта взглядов, способность понять и принять окружающих со всеми их недостатками. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Эти люди всегда чувствуют себя свободно и раскованно. Их любовь к свободе, приключениям, эксцентричной жизни столь же огромна, как и благородство их души. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.